В этом месте я вообще не знаю, где брод и есть ли он здесь вообще. Ух ты! Что-то мой костюм начинает расклеиваться на ходу. Рюкзак уже мокрый. Но там ничего нету такого, что страшно намочить. Камера и фотоаппарат в ящике. Ой-ой-ой, не туда иду, а глубоко. Где ж тут переходить-то? Ой, еще глубже. Вот я уже на середине вышел, на косу стало помельче. Уже по пояс, а то была на грани. Еще немного бы зачерпнул. Хотя, наверное, уже не сильно важно. Потому что чувствую, что комбинезон этот сильно подтекает. Осталось теперь найти выход. Потому что под тем берегом там есть канавка. Тут вообще в стороне, рядом, буквально в 50 метрах глубина, 9 метров. Уже почти у цели. Но начинается резкий свал. Я не пойму, в какую сторону мне идти. Блин, опять глубина увеличивается. Ой-ой-ой-ой, зараза. Чем сносит. Я уже минут 40 ходил, замерз, околел, вода холоднючая. И наконец-то вроде бы нашел тропинку уже рядом с берегом. Надеюсь, никакой канавы больше не будет. Фух. Хотя опять начинаю. Нет, нормально. Осталось найти место, где выбраться на берег. Похоже, что зачерпнул немного водички. Так что вы не удивляйтесь. Это не с перепугу. Бахилы оставлю где-нибудь здесь сушиться, чтобы не тягать с собой лишний вес. Где-нибудь здесь. Путь предстоит не близкий. Я хочу обследовать весь остров. Посмотреть наличие родников, стройматериала, деревья. И вообще на возможность постройки землянки, есть ли какие-то возвышенности, потому что в паводок ее точно будет затапливать. Какие-то странные звуки были из-за тех деревьев. Какое-то животное. Вон она, поскакала. Косуля. Я никогда не слышал, что они так хрюкают, как кабан. Сколько жил в лесу, в землянке, ни разу не слышал таких хрюканий. Косуль. Хотя их там намного больше. Вот почему я так разоделся в белое. Потому что на белой одежде очень хорошо видно вот этих вот товарищей, которые с удовольствием
попьют кровушки. Где-то я видел еще. Да, сейчас сезон клещей, поэтому надо быть аккуратным. Тропинка как будто человек натоптал. Почему-то она идет прямо в речку. Бобер бегает. Видно следы его. Бобры нарыли. Потом купаются. Леухи. Чесночок дикий. Зашел в болото. Как его ничего себе, за хвост поймал утвичку. Я думал, там карп прицепился, так тяжело тянулось. Шикарная плотвичка, как для такой небольшой речушки.
этот раз красноперочка. Плотва еще не отнелестилась, вода сильно холодная. В нашей местности обычно плотва начинает нелеститься в середине апреля и до мая полностью заканчивает нерест. Но в этом году пока не отнелестилась, хотя уже начало мая. Опа-па. Есть. Здорово клюет. Вот это самец шершавый. Небольшой. Опа.
Карасик хороший попался. О, напоследок еще хороший карасик. Ай! Сошел, зараза. Такой вполне приличный. Ну ничего, у меня и так карасей уже там. Штук 7 карасей. Вот вы икряной тоже там десятка два. В общем, хорошо порыбачил. Понравилось это место. Действительно дикое. Ни души вокруг. Тишина. Но, конечно, добираться сюда тоже очень тяжело. Ну а по поводу землянки, здесь сами понимаете, это не вариант. Здесь кругом болото. Закопаться точно не получится. Какое-то можно укрытие временное, такое летняя резиденция. А на зиму уже, надеюсь, переберусь туда, на землянку. Летом попытаюсь еще сюда поездить, может быть, с палаткой или построю какой-нибудь шалашик. И там тепло все-таки. Ну так, чтобы на постоянке здесь не вариант. Буду собираться, потому что солнце прячется за кроны. Стало очень холодно. Я уже обул ботинки, они практически высохли. Хотя это не важно. Потому что сейчас снова нужно будет лезть в это болото. Опять ноги промокнут. Вот. А потом еще и в речку. Вот такой улов. И карасики, плотва, красноперка. Всякая рыба есть попадалась. И подлещик попадался. Густера попадалась. Ну что, я собрался. Пора выбираться обратно. А как не хочется снова в болото. Бобры повыгрызали целую полянку. Кружит здесь, наверное, потомство где-то рядом. Не хочет улетать. Я не пойму, то ли за целый день вода так сильно впиталась, хотя не похоже, то ли я нашел какую-то тропинку. В общем, я прошел и не замочил ноги. Правда, не совсем запомнил ее. Теперь осталось добраться до места брода. Надеюсь, химзащита высохла изнутри. Влезть в нее и благополучно перебраться на ту сторону. Надеюсь, теперь не придется полчаса, а то и 40 минут я, наверное, петлял там в поисках брода, чтобы не зачерпнуть сверху. В итоге все равно зачерпнул немного. Вот. Ну что, еще часик. И я буду на месте. Сегодня я взял с собой вот такой фотоаппарат. Особо фотографией никогда не увлекался, ну, разве что в детстве, в юношестве, когда у отца был пленочный фотоаппарат и вот этот проявительный специальный аппарат, не помню, как он называется. Но, в общем, я тоже сам пробовал проявлять, закреплять все эти вот моменты, куча ванночек. Ну, интересное было, конечно, занятие. Но сейчас техника попроще, кнопочку нажал, и фотография у тебя в компьютере. Кстати, это подарок от одного из моих подписчиков. Виталику большое спасибо еще раз за технику. Я его планировал использовать
на рыбалке для того, чтобы можно было снимать поплавок крупным планом. Но, к сожалению, эта модель не настолько современная и, ну, не поддерживает он этот формат. Короче, с видео здесь не получается. А вот в плане фотографии, не знаю, я попробовал, сделал несколько снимков. Я их сейчас вставлю где-то в видео. Посмотрите, как они будут смотреться, там, кто смотрит, особенно на большом телевизоре или на компьютере, насколько достойное качество, стоит ли что-то фотографировать. Потому что часто и в землянке, и, ну, на рыбалках, в походах часто бывают интересные моменты, которые хотелось бы запечатлеть. То ли какие-то животные, или природные какие-то явления. Но фотоаппарата с собой, как правило, нет. А на эту камеру, на которую я снимаю, это экшн-камера, у нее нету оптического зума, есть только, как это называется, ну, цифровой. В общем, она не предназначена для того, чтобы снимать в каких-то подробных деталях. Да, если фотографии будут достаточно в хорошем качестве, я думаю сделать в конце каждого видео какую-то подборочку из фотографий, если будут интересные кадры. Так что напишите в комментариях, если это интересная идея. Ну что, я уже совсем близко к месту, где нужно переходить брод. Надеюсь, что костюм заброда на месте. И мне не придется сегодня открывать плавательный сезон. Заброды на месте. Уже легче. Ну что, я снарядился. Сегодня забыл пауэрбанк дома, поэтому все видео снимал на одном аккумуляторе камеры. Поэтому вот-вот разрядится. Что, буду с вами прощаться. Всем спасибо, кто смотрит мои видео. Мира, добра, пока-пока. Наверное, моя камера на голове. Ему кажется, как это, как клюв на шее. Сейчас придет соперника отгонять. Ой-ой-ой. Что я опять сбился с курса. Вроде так хорошо сначала получилось. Иду на цыпочках и уже так на грани. Фух, все, выбрался. Еще раз всем пока-пока.